В хрустальном зале правительства Брянской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 212-й годовщине войск правопорядка, 7-летию со дня образования войск Национальной гвардии Российской Федерации. Отмечалось также и 30-летие специального отряда быстрого реагирования партизан Управления Росгвардии по Брянской области. В мероприятии принял участие глава митрополии. В мероприятии приняли участие первые лица властей области, руководители силовых ведомств, герой России Александр Постоялко и родные погибших героев Российской Федерации Вадима Ермакова, Андрея Зайцева, Олега Везнюка. Прозвучали торжественные речи и добрые слова о сотрудниках Брянского управления Росгвардии, которые, сохраняя и приумножая преемственность лучших воинских традиций, сегодня вносят свой вклад в укрепление безопасности страны и обеспечение общественного порядка. В эпоху самых суровых испытаний солдаты правопорядка всегда демонстрировали исключительную стойкость, неизменно доказывая родные службы, безусловную готовность обеспечить мир и спокойствие граждан. Сегодня войска Национальной гвардии являются государственной военной организацией, предназначенные для обеспечения безопасности, защиты прав, свобод человека и гражданина. Управление Росгвардии Брянской области удалось за короткий срок сформировать профессиональную команду, создать необходимые условия для работы личного состава. Это результат сплоченной команды, где есть взаимовыручка, братство, поддержка друг друга. И, конечно, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником, владыка Александр поблагодарил их за плодотворное взаимодействие с Брянской епархией, направленное на укрепление морального духа военнослужащих. В скором времени на территории ведомства возвысится храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Под молитвенным покровом несут свое служение стражи порядка. В этот день состоялось торжественное вручение наград, в том числе и епархиальных медалей и грамот. Для участников мероприятия творческие номера приготовили артисты Брянской филармонии и вокальный коллектив «Дружина» Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Брянской области.